Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать. Всем доброе утро. У меня тут каша с бананом, тут кофе, тут йогурт какой-то, мне дети поделились. Тут сырок глазированный, тут витамины для волос и ногтей Сайхерб. Тут, ну, Илюх таких тут бутербродов наделал. С колбаской, с кетчупом. И с приправой, с бургером. Да, у Люхи тоже там каша. Всем приятного аппетита. Да. Что у тебя там, брызгалка для горла, да? В общем, всем доброе утро и всем приятного аппетита. В машине, как обычно, есть время, конечно же, с вами поболтать. А что нового? А, говорила вам, что сдавала в ремонт куртки, пуховики. Илюхин и Настин, да, сдала в разные места. Кстати, сломалась внизу вот эта вот, которая в собачку вставляется, сама застежка. Вот. Ну, замечательно отремонтировали. Настин вообще нам как бы очень быстро сделали за 1.5 часа. Я прям вообще удивилась в таком пуховике. Поменяли вот полностью этот замок. Правда, нам с Максимом пришлось, конечно, побегать по другим местам, чтобы купить прям подходящий замок для пуховика. А Илюхин отдала 500 рублей за ее куртку, да. А у Илюхи тоже такая же проблема с пуховиком, но там еще накладка такая есть, у которой кнопки. И мне мастер... А кнопки такие были потайные. Она говорит, это замок был ихний. А кнопки надо было менять, потому что там, когда, говорит, будешь распарывать кнопки, вот еще. И она мне сделала кнопки, но уже снаружи. Такие темные, прям по цвету этой планки. 700 рублей отдала. Вообще довольна, шикарно сделали, прям отлично. Надо мне еще кое-там что отдать тоже в ремонт. Вот, так что прекрасно ремонтирует, и я сначала такая подрастроилась, думаю, нифига себе. Ну, конечно, у Настюхи пуховик стал уже, у нее был такой двойной замок, и снизу расстегивался, да, и сверху, да, можно было. Но нет такой длины отдельно замков, это вот заводское. Ну, сколько проносит, столько проносит, но тем не менее, можно дальше пользоваться и удобно расстегивать и застегивать. А вот, так что вот такие вот у нас новости, довольна этим ремонтом, так скажем. Что еще новенького? Сегодня дети не пошли, ну, Илюха-то отдыхать по субботам, Настя не пошла в школу, у них олимпиада в школе, так что у нее лафа. Но я сейчас быстренько съезжу, заберу там кое-что в офисе и в художку ее отвезу. Она по субботам ходит на дополнительные занятия в художественную школу, поэтому... Вот, а мы это с девчонками собираемся на новогоднюю фотосессию. И вот знаете, как обычно кажется, ой, вообще полно всего в магазинах, вот тьма всего, в магазины все завалены. Но стоит придумать какую-либо идею, мы вроде как хотели в чем-то быть одинаковым, какие-то свитера там или какие-то футболки новогодней тематики, столкнулись с тем, что одинакового нет. А, такого, что мы хотим, тоже нет. И ни количества, ни того, что хотим, ни качества. Ну, как обычно. И вот, кажется, да, ой, тьма всего. А столкнешься, и вот нету. Так что тоже хочу Настюху завести. Потом мы с одной девушкой там встречаемся. В одно место хотим в торговый центр, в другой вчера в один ходили, смотрели. А, зато хоть это, шопинг хоть какой-то перед Новым годом, так скажем. Ну, ничего особо не купили. И сегодня хотим вот в другой торговый центр заехать, тоже посмотреть что-то такое, в общем-то. Одинаково идем в фотостудию, ну, в новогодней тематике. Не знаю, в какой она там, чего расцветки. Я еще взяла, у меня рассыпались эти, блин. Видно вам, нет? Бусы вот такие вот от аметиста, от вот этого вот комплекта. Бусы такие крупные с аметистом. Хочу вот мастерскую сдать или самой там нитки купить. Ну, не знаю, буду там, знаю, что в том торговом центре вроде как делают. Хочу или узнать, или отдать. Спрошу, сколько это стоит. Или отдам, или все-таки сама буду делать, мастерить. Так как бы они у меня так... как посыпались эти камни по полу. И я такая думаю, слава богу, что это посыпалось мне дома. А не где-то там на улице из-под шубы бы эти камни бы в лыжники повалились бы.
Ой, весело бы было, такой грохот был, бам-бам-бам-бам, потом по всей комнате их собирали, ой, не могу, мура, одним словом. Ну все, вроде как машина согрелась, поехала я уже куда-нибудь, это не успею оглянуться и уже уехать обратно. Максим тут такой скребок красивый купил, для машины. В этом году машина прям столько обновок уже получила. Был у нас тут такой снегопадище, просто щетки не справлялись. Но их уже и давно надо было менять. Но снегопадищем щетки не справлялись. Муж психовал и все. И решил, что нужно новые щетки. Когда я езжу и говорю, что щетки там не справляются, там как бы беда-беда. Ну, это когда на своей шкуре это все не пройдешь, то и нормально же, когда другой-то, в принципе-то, справился. Я вроде глазастая, да, не в очках, как он. Значит, все нормально. Вот, а тут все, щетки новые. Я говорю, чистилку надо для этого льда. Все отломалось там на щетке. Я говорю, надо новую. Вот какую-то купил прям. Прям, смотрите, какой шик-модерн. Прям моднявая. Ну, ручка, блин, такая холодная, кстати, хоть и пластмассовая. Такие вот, блин, обновки да изменения. Куртки сделали, машине щетки купили, чистилку купили. Ну, в общем, вообще, одни благоустройства. Ой. Что, девчонки, кто чем занят? А я, типа, работаю в офисе, в Oriflame. Вот. Коробочки. Налила тут себе. Это моя кружка, видите, такая. Офисная. Кисель. Сейчас покажу, какой. Тоже принесла, тут кинула. А вот такой вот кисель развела. Какой-то ягодный кисель. Детоксикационный. Черная смородина. Профилактическое питание. Не спрашивайте, где я его взяла. А вот. Муж снабдил. А вот. Сижу, работаю. Такой вот сегодня у меня макияж хотела вам показать. Такое ощущение, как будто у меня зеленая подводка. Вот правда же? А это зеленая тушь. Вот эту зеленую тушь тоже красила на базу Giordani Gold белую. И, в общем, вот сижу, пью киселек. Листаю вот этот вот каталог ювелирной бижутерии Norskin. И вы знаете, конечно же, что хочу вам сказать, снимала не так давно обзор 17-го каталога, который совсем у нас уже скоро начнет действовать, этот вот этот. И поймала себя на мысли, думаю, ну не буду это озвучивать всем и говорить вслух. Я поняла, что все-таки вот вы же видели, да, я снимала отдельное видео по этим украшениям, сколько я их померила, сколько я их перемерила, как говорится, пощупала, посмотрела своими глазами. И у меня теперь глаз уже не падает на те украшения, вот я имею в виду из каталога. Все-таки вот эти, они совсем, знаете, какие-то другие, совсем какое-то другое качество, по-другому они выглядят. И как бы я тоже уже думаю, когда же у меня будет украшение с каталога Norskin? У меня его нету ни одного. А вы скажете, почему, что, да как? Я же заказала себе. Кстати, пишите под видео, кто что купил из этого каталога себе. Мне очень интересно. У меня пока невезуха, в общем. Давайте так. Купила я вот это украшение. Пленительный тигровый глаз. Цены здесь указаны для консультантов. Это уже со скидкой. Ну и, в общем-то, все сережки у меня, они очень легенькие, но они у меня на ушах наклоняются и падают. И я их, в общем, все это сдала, потому что серьги не лежат, мне не нравится. Кстати, вот сейчас, вам видно, нет, на мне серьги. Раньше был тоже ювелирный каталог в Oriflame. Вот у меня серьги тоже из него, кстати. В общем, это украшение я сдала, потому что серьги не лежат. И я себе заказывала вот такие вот еще серьги. Вот такие вот серьги. Аура Агата. Ну, слушайте, ну красиво смотрится, все так клево. Но одна сережка у меня не открывалась. Блин, печалька печальная.
И я все это дело пишу на замену. Благо, такая возможность есть, чем сдавать. И не поверите, сдаю и меняю на вот это украшение. Чувственный оникс. Приходит мне украшение чувственный оникс. И у меня один гвоздик у сережки сильно-сильно очень погнутый. Конечно, можно было там давануть, попытаться что-то там расправить или еще что-то. Мама мне говорит: Наташ, даже не делай так, потому что вдруг сейчас вообще вот эта штука, она полностью вообще отвалится, пока ты ее будешь выпрямлять. Ну, в общем, что хочу сказать. Я опять собрала это украшение и сдала. И сдала. Ну что, я, в общем, в огромнейшей печали, хочу сказать. Что такое вообще? И вот сижу сейчас, пью, и уже поняла, что что-то я реально хочу, потому что качество все-таки вот этих вот ювелирных, таких вот дорогих украшений, оно совсем другое. Ну вот посмотрите, вот это, конечно, другая фирма, но все тоже продавалось, вот отдельный был каталог ювелирный, там еще был... подвеска была, но я подвеску не брала, еще что-то было вроде бы вот именно из этого. И я вот когда вот это все померила, сама реально все посмотрела, качество мне понравилось, я понимаю, что все-таки это стоит этих денег, а со скидкой консультанта, ну, более-менее как-то там прилично. И вот листаю, думаю, так, надо уже все хорошо решить и обсудить. Что же мне все-таки надо заказать? Может быть, вот эти, я так понимаю, и делаю выводы, что все вот эти украшения, которые я заказывала и мне приходили, ну не мое, значит, не для меня, надо выбрать что-то другое. Ну, в общем, сижу и целенаправленно уже выбираю. Пока ничего не выбрала, скажу вам честно. И то хочу, и сюда меня мечется. И думаю, может, брошку все-таки какую-нибудь красивую взять. Ну, люблю я всякие там вот эти вот приблуды такие, типа брошечек. Это вот в этом... Видно, вам мне это в Санлайте покупала. Вот такую вот. Ну, вот всякие, думаю, приблуды надо мне. Не живется мне спокойно. Что-то мне опять хочется. Только подумаю, если мне опять что-то такое придет, ну что же, все, тогда уже нафиг ничего не буду заказывать из этого каталога. Значит, точняк не судьба, как говорится. Ну ладно, в общем, как у вас. Надеюсь, что у вас все хорошо, что у вас все по-другому, что вам все, что пришло, все понравилось. Так, не помню, как же зовут. Не помню, кто мне написал. Говорит, заказала вот такие, говорит, серьги. Вот эти вот серьги, говорит, заказала, и камни разные, написала на замену. Напишите мне, как у вас ситуация с этим вопросом, заменили вам, что, как вам пришло одинаковые, наконец-таки, сережки. Хотя у меня вот такие вот серьги моей подруги пришли абсолютно одинаковые камушки, все идеально. А вот видите, ну понятно, что камни разные, но надо, чтобы они хотя бы там в гарнитуре-то были одинаковыми. В общем, работаю, как говорится. Мы опять в Макдональдсе. Я тут заказала салат с этим. Это отдельно такой соус для салата. Мороженое. Максим другое какое-то мороженое взял. Кофе. Что-то тут какая-то акция. Сорви меня. Монополия. Ух ты, надо будет посмотреть. И тут есть. И еще
Биг Мак Максим тоже взял, тоже сорви меня. В общем, всем приятного аппетита. Не могу справиться. Кстати, вот новый маникюр. Новый маникюр вот такой вот я сделала. Ну, в общем, такие девушки, секси-леди. Прикольные. Всем приятного аппетита. Воспользовалась антибактериальным для рук. Как без него? Без него никак. Всегда с собой. Такой вот салатик. Комплект черного цвета приборы. Вилочка с ножичками. Ой, залезла не туда. И соль. Соль, перец. Ну, в общем, сейчас все это открою, полью, посолю. Сегодня в Пятерочке купили вот колбасу копченую, полукопченую, краковская традиционная. Вот такая вот колбаска. Нестле каши Быстров, ассорти с молоком, которое в пакетах идет, и ассорти уже без молока, тоже 6 пакетов. Любимые мной, мне кажется, моими домашними тоже, доктор Кёрнер, очень они у нас летят. На этот раз взяли вот черничные. Бананы. Я люблю вот такие вот бананы добавлять в кашу. Мне прям утром очень хорошо заходит прям. Селедку филе в масле с лимончиком. Молоко. Первый вкус наш производитель. И повторно взяли вот такой вот новогодний выпуск шоколада Альпен Гольд. Такой вот белый снежный вкус апельсина. Уже брали очень быстро. Он у нас закончился. Даже не успели моргнуть глазом. Кто его съел, так и не поняли. В общем, взяли повторно. Спасибо, что вы провели этот день вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую. И всем вам пока-пока.